любой числовой код – это набор соответствующих энергий, которые выражаются тем или иным числом. То есть каждое число, оно является символом энергии, какого-то энергетического состояния. Это управление сознанием, то есть осознанием, управление духом с помощью числовых кодов – это всего лишь вид, один из подвидов управления своим состоянием и своим телом, и своим сознанием с помощью любого другого символа. Есть очень много видов. Есть медитация сосредоточения на какой-то картине. Есть медитация там на карте Таро, да? Есть там на рунах и так далее. То есть это обычные символы, которые используются по желанию человека, но они могут быть полезны только если человек прикладывает к этому свою веру, в это, в действенность этого символа. Тогда это действительно эффективно. Если у вас кураторы, которые являются этими цивилизациями, которые дают эти коды, их достаточно много таких возможных цивилизаций, воспринимают мир в форме цифровых матриц. Но они это не цифру воспринимают просто там как восьмерку или девятку, а определенную энергию, которая выражается у нас восьмеркой или девяткой. Вот. И поэтому вот эти цифровые матрицы, кто с ними контактирует, они могут это записывать. Запрограммированы они на уровне энергетики, но чтобы эту энергетику материализовать, необходима еще ваша вера и ваша воля, ваши действия иногда, смотря что вы хотите достичь какого-то изменения. Числовой код, он заряжен энергией этой цивилизации, и они как вот помогают.